В настоящее время отдельные страны мира озадачены проблемой обеспечения свободы интернета. Свободы. Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения или самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве? Полагаю, что каждое государство отвечает на этот вопрос самостоятельно. Как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет и так далее. У Беларуси, как суверенной страны, есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы, мы пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет. Дело, время терпит. Но посмотрите на другие страны, как они разбираются с интернетом. Это тоже еще одна проблема прав человека. Что касается интернета, то все это изложено в принятой недавно национальной концепции информационной безопасности. Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками международного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан.